Данис, я хотел тебя поблагодарить за отличный старт в Эмиратах. Вот, реально результаты крутые, неожиданные для нас. В двух словах, там, как итоги. Мы сами не ожидали таких результатов. Идем выше, чем оптимистичный план. Закрыли в марте сделок на 2 миллиарда рублей уже. Команда это за месяц, да? За месяц, круто. Да. Команда у нас 74 брокера сейчас. За 5 месяцев мы собрали. Мы сейчас даже остановили найм, потому что ну, надо адаптировать процессы. Вот, в целом идем хорошо. Какие сложности? Сложности, ну, во-первых, рынок другой. Он отличается, и здесь приходится адаптироваться. Рынок кандидатов, рынок клиентов. Вот. И часть процессов, часть систем просто не подходят к той модели, которая есть в Дубае. Ну, судя по результатам, адаптируйтесь. Ну, вот. Ну и наверняка всех интересует вопрос, какие планы, там что там, это же у нас, какое место планируют через 2-3 года занимать? Ну, долгосрочная стратегия номер один. Мы хотим 1000 брокеров в Эмиратах. Сейчас на этот год мы 200 брокеров себе поставили. Можем больше, но считаем, что для того, чтобы развиваться качественно, суперпланки не ставим, ставим ну, оптимальный темп развития. Ну и последний вопрос. Какой рекорд дохода у одного брокера в месяц? Рекорд дохода 18 миллионов рублей. Ну, по новому курсу уже больше 20. В месяц? За месяц. Один брокер получил? Один брокер. Новичок первого месяца. Слушай, это перебор. Так получилось.